Позиция на Земле.
на горизонтальной поверхности, как минимум. Горизонт, кроме всего прочего, является границей между разными сферами, сферами неба и сферой Земли. Это линия, которая обозначает начало и конец. Это линия, которая обозначает предел и отсутствие предела. Это линия, которая удерживает нас и обозначает путь, по которому мы движемся. На протяжении многих лет я фотографирую горизонты и рисую горизонты. Большие листы, на которых я изображаю горизонт, собственно говоря, не являются, строго говоря, реалистическими изображениями. В то же время они не являются абстрактными, поскольку горизонт в своей абстрактности является абсолютной реальностью. И мы, когда мы размышляем о горизонте, мы не можем сказать, вот это с натуры нарисовано или нет. И для меня это очень важно, потому что архитектура является некоторым образом абстрактной дисциплиной, но вместе с тем ясно и твердо привязана к Земле. И вот это та самая Земля, на которой располагается фундамент моего здания. На этом горизонте находятся реки и деревья. На этом горизонте сталкиваются облака и воздушная сфера, и вода, и земная твердь. И одна из работ, последняя моя работа, которая, мне кажется, во многом объясняет то, чем я занимаюсь, работа, которую я сделал для Биеннале в Шанхае, но она экспонировалась в Третьяковской галерее в Москве, она называется «Русский простор». Эта работа для меня глубоко символична, она является как бы и архитектурной, и художественной одновременно. Это такой дом, построенный из деревянный дом с двумя дверями. То есть это проходное такое пространство, как вы видите. Внутри его находятся окна. Снаружи окон нет, окна есть только внутри. И во всех этих окнах 10 окон, и в каждом из них выставлена графическая работа, на которой изображен горизонт. Это ручная работа, это карандаш на бумаге. И эти окна светятся таким тусклым светом, как бы рассветным светом. И на них изображен такой вот бесконечный ландшафт. Куда ни посмотришь, везде присутствует вот этот вот горизонт. И эта работа называется «Русский простор». Вот так я вижу пространство, в котором я существую, пространство, в котором я работаю. Еще один вид этой работы. И вторая тема, которая для меня не менее важна, тема тени. Еще 20 лет назад я организовал такой семинар для своих студентов, который назывался «Искусство отбрасывания тени». И суть его заключается в следующем, что для того, чтобы осознать себя частью не только земного пространства, но и как бы космического пространства, нужно встать и на 500 секунд замерить. Почему 500 секунд? Потому что 500 секунд – это время, которое свет Солнца достигает Земли. За это время тот солнечный луч, который вышел 500 секунд назад от Солнца, достиг земной поверхности. И твоя тень стала частью, как бы сказать, вот этого космического измерения. Для меня это очень важное признание того, так сказать, обозначение своей позиции не только на горизонте Земли, но и в пространстве космоса. С другой стороны, эта проекция, это, с моей точки зрения, обозначает электроэтическую позицию архитектора на Земле. До известной степени лучшее, что может сделать архитектор на Земле, это отбросить собственную тень. Если бы можно было жить в тени, отброшенной архитектором, можно было бы существовать там, организовывать все то, что вот мы с вами делаем, от опер до повседневной жизни, то это была бы, наверное, изумительная красота Земля, на которой просто существуют наши тени. Я после того, как я впервые провел этот семинар, я стал путешествовать, фиксировать свою тень в разных точках земного шара, представляя себе, как бы я оформил это пространство собственным присутствием.
нигде не оставив никакого физического следа, но оставив всюду некоторый сгусток энергии, который сосредоточилась в результате моей проекции вот от этого солнечного луча. Формулировка моей этой практики больше всего была дана нашим известным теоретикам и критикам Григорием Ревзером, который написал по поводу моей выставки, что архитектор — это тот, кто оставляет след на поверхности Земли. И вот после того, как ты уйдешь, трудноприлив искусства, тебя бесследно растворится в окружающем поле, и это смысл твоего деяния. Для меня это очень важная этическая позиция, которая определяет такую, я бы сказал, необходимую скромность и убежденность в том, что архитектор не является Богом, а является лишь некоторой такой космической частицы, которая должна скромно и достойно себя определить на Земле. Вместе с моими студентами во время того же семинара, о котором я говорю, мы сделали такую работу, которая для меня примерно параллельна этой идее тени. Мы нашли такой пруд, затянутый зеленой ряской. С двух сторон пруда натянули два троса, и потом их раздвинули на небольшое расстояние. И в этом пруду на протяжении 30 метров образовалась тонкая щель, в которой возникло отражение. И с моей точки зрения, таким образом мы внесли в эту природный контекст какое-то архитектурное содержание в его строгой геометрии. Примерно параллельно эта идея очень близка мне, как идея вот этой вот теневой самопроекции. Еще одна работа, которая для меня лежит в этом же русле, это работа, которую я сделал в подмосковном таком арт-пространстве, которое называется Никола-Ленивец. Там было предложение сделать объект в какой-то архитектурный объект в пространстве. Я решил, что ничего в этом пространстве делать не нужно, и сделал такую инсталляцию, которая называется «Секретики». Если, не знаю, в Грузии играют в эту игру или нет, это дети закапывают в землю, делают ямку, туда складывают драгоценные вещи, а потом закрывают стеклышком, и там хранятся у них их секреты. Вот я раскопал на огромной территории 10 гектаров, мы раскопали несколько десятков ямок и закрыли их стеклом. И это и был, собственно, наша интервенция в это пространство. Вот одна из них, а в каждой из этих ямок была спрятана какая-то драгоценность. Это одна из работ, которая, мне кажется, тоже соответствует вот этой идее тени, идее собственной проекции без взрывания какой-то материи земли.